нам принесли домой, привезли такие соусы, два таких соуса. Я не знаю, что это он там взял, но вижу, что двойной, белый и желтый. Я вообще заказала дёнерную тарелку. Солнышко такое, такой же соус. Еще один. И тарелочки такие. Две. Горячие. Сейчас посмотрим, что важно. Здесь это картошечка с салатом и с дёнерным мясом. Это для сына. Я сейчас возле магазина Aldi искала там всякие ангиботы. Там бывают подушки, лиги на балконы, стулья, балконы. Но был маленький ассортимент. Я купила только пару продуктов. Это старое у них здание. И они выстроили новое. Вот такая большая парковка здесь. Я купила только там мелочь. Креветки, рыбку, сахар, томатики, такую намазку на хлеб, такое беленькое, типа творожка, и такой сок. И хочу показать вам, что я купила еще в Лидле. Я купила себе такие штанишки. У нас на следующей неделе будет жара, это такие тоненькие, такие вот джинсы. Совсем-совсем тоненькие, за 10 евро. Правда, я их не мерила, на такой веревочке они. И на резиночке такой внизу. Если что, можно будет вернуть, если они мне не подойдут. И купила для машины сидушки почистить. От фирмы Nigreen. Такую вот щетку и чистить сиденья. 5 евро стоит дорого, но мне обязательно надо почистить сиденье. Попробую, потом вам скажу качество, мои дорогие. В ДМ тоже купила всякой всячины. На 20 евро всяких средств, тряпочек. Все для хозяйства, мои дорогие. И себе наконец-то купила подводку для глаз в ДМ. Потом вам покажу. Не успела к закрытию магазина. Закрыли уже. Магазин Юск. Вот этот Юск. И смотрю так со стороны заборчика. Появился новый комплект у них такой светленький. Стоит 1199 евро. Там вон на столе ценник стоит. Очень красивый. Новое что-то появилось. Потом вот такие лежаки у них есть. Самый дешевый это тот черненький, без крыши. А вот этот с крышей такой вот полосатенький, где-то 50 евро стоит. Такие штапель штули такие есть. Прайса нету. Это чтобы прятать эти подушки, такие вот штуки, на террасе ставят. Все остальное у них уже было, я вам показывала. Так вот интересно, можно цветок поставить в таком вот соломенном таком горшочке. Корзиночка такая плетеная. Мне нравится вот этот, самое гюнстиги, самая такое нормальная цена. Это вот этот маленький столик стоит 25 евро. Стеклянная такая поверхность и такой вот стульчик. 17 евро 50 центов. Это получается около 60 евро комплект. Я вот думаю, может себе взять на балкон. Он и мало места занимает. Вот так вот красиво было поставить с такой корзинкой. Как вы думаете, мои дорогие? Пишите комментарии. Это на большой балкон или на террасу с таким столом. Вон там новые стульчики еще есть. Красивый круглый стол. И такие небольшие столы. Этот маленький стоит с плетеной ножкой ротановой. 159 евро. Стулья не знаю сколько.
Зонты такие большие. Но мне черные не нравятся. Вот эти светлые лучше. Белый тот вот терракотовый. Вот это неплохой комплект. Удобный такой. Но если дождь пойдет, это надо только под крышей. Это с лежаком такой. 300 евро такой диванчик. И такой вот наборчик неплохой. 200 евро. Но в интернете его можно найти дешевле. И такая светлая мебель. Светлая и зонтики. Такая оригинальная форма для завтрака. Цена вот. Мне вот такие нравятся, веселенькие. Мы сейчас с вами приехали в мебельный магазин Пока. Здесь вот такая его реклама. Со смайликом такая. Желто-красная. Там вот вход. Я чуть-чуть сюда дальше проезжаю. Такие вот флаги там. И сейчас пойдем с вами посмотрим, что там новенького, мои дорогие. Ой, красиво. В розочку. Тоже розовочки. Это капучино для кухни. Такие черные. Такие красивые. Рифленые такие. И эти тоже. За 70 евро без матраца, только с этим ростом. Та беленькая 270, комбайн такой за 109, кафемашинка 30, здесь куча кафемашин и для чая кипятить. Машинка с 90 евро на 60 в цене упала. Такая хорошенькая. Аптечку такую в Лидле за 7 евро. А была там меньше за 4, но за 4 не подходит для машины. А в Пока я купила подушки такие две штуки. Вон уже пчела хочет на них пролить. Они такие приплюснутые, но они потом расправятся. Дорожку такую входную. Чтобы перед дверью вот так пустили. Такая вот welcome. Потом тарелки такие. Набор тарелок за 9 евро.
12 штук, 6 и 6. И такую вот скатерть на столик, мои дорогие.